дискотека! Сейчас пою песню о том, как приготавливают пирог. Фершлект. Шляхт. Плохо. Шмайс. Ха! Утро! Молодцы. Это поварят, а это шеф-повар поют. Шоколад, цукор, сахар, цукаты, спирт, шпинду. Тоже дело. О, я, говорит, обиделась. Девочка. Ее из зала пригласили. Она не понимает, что происходит вообще, девочка. Молодец. Эй! Ну, как-то так. А, это мой потолок. Это трещина в стене. Клубу 50 лет. О, а это наш снеговик. Через пару дней Новый год. Здравствуйте. Здравствуйте. Опа, это моя коллега Анна. Все, побегаем сейчас, хей. Коллега спала себе, спала, ее разбудили, что-то притянули. Ой,
общем, движуха ее в зале. Нелегка работа. Звукорежиссер. Сейчас награждение будет. Моя коллега бушует. Моя коллега бушует и говорит. Но я не буду говорить, как она говорит. Она материлась громко. Смотрите, это собачка. Это кукла. Кукла. Это кукла. Анна, скажи, сколько дней уходит на изготовление вот этой куклы? Куклы. На изготовление, например, головы уходит 4 дня. 4 дня. А пошло пошить вот эту тряпку? Ну, еще дня 2-3. Ну, то есть недельку ты живешь с этой куклой, с одной. Mm-hmm. Смотрите, что мыши... Это все мышь. Мышь здесь пожила. Смотрите. Это у нас бычок. Переверни. А, да, это козел, козел. Это козел, козел. Смотри, ну какой красивый козел. Он даже симпатичнее меня. Переверни. Мыши немножко ему сделали этот... прическу от фирменного стилиста сделали причесочку. Ну, замечательно, замечательно. И вторая кукла. Третья. И третья кукла. И это третья кукла, это у нас лягуша. Лягуша, смотрите, она чуть-чуть... У нее этот лишай появился, короче. У куклы. Это папье-маше, правильно? Да. А почему не грызли? Грызли потому, что это, во-первых, бумага, она смазывается клеем, клейстером. Да, а клейстер делается из муки. Из муки, все верно? Ну вот, особенно стрижка от фирменного. Ну, с барбершопа пришел козлик. Поверни его козлячью морду. Ну, замечательно же. Красивый Анна делает куклы. Красивый. У меня коллега с замечательными руками умеет работать. Да, ну, замечательно. Но все же эти мыши решили немножко подукрасить. И, кстати, почему она их полезла искать? Ну, скоро Новый год, и нам нужно делать кукольный спектакль. А у козла понты с головой. Здравствуйте, ой, гости какие приехали. Мы приезжаем, а у них там... В какой мы деревне? Вы стоите одной колонки, там лох вас. В какой деревне? Увальная. Деревня Увальная, Омской области, Полтавский муниципальный район. Да. Да, мы заходим. Бабули, что такое? А, скользко, да. Все нормально. Главное, безопасность. Смотри, здесь, была дырка. Здесь была дырка. Ее заклеили графиком работы. Дырка была. Наверное. Опа. Двери. Мы против терроризма. Я уже вижу. Это хорошо, мы все против терроризма. Сохранить природу не забудем. Склизко. О, а тут все, тут творчество. Тут хорошо. Творчество. Я первый раз такое видел. Смотрите, колонка, да, центр, все как надо. LG, лыжи. Кусок железа, короче, прикрученный саморезами для того, чтобы это вкрутить в потолок. А здесь... О, да! И тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. О, да! Жесть! Мое место! О, шкура моя! Батарея! Батарея — это хорошо! Микрофон! Микрофон, всем микрофон. И давайте подсмотрим наших зрителей. Ровно 101 человек. Вы видели это? Это хорошо. Так, сейчас. Так. Виталию зовут чай пить. А я люблю чай пить. Я пошел. Песня.
29 лет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выставка конкурсных работ. Выставка конкурсных работ. Мне грустно стало, мне 29 лет. Что-то я думал, я моложе чутка. Вы кто? Что ты бубнишь? Я бубню под нос? Зинаида, нарисуйте сквозняк. А ты что, прикольный? Я тебе что, не поняла? Ты что, вообще что ли? Это моя коллега Зинаида. Брат, привет. Как сам? Кушать хочешь? Ну давай дам чуть-чуть поесть. Сейчас звезда братьев с собой принесет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это был влог под названием «Щепотка». Меня зовут Василий Читали, и я хочу поделиться своей мудростью. Следя за чужой жизнью, не забудьте прожить свою. Амана Кукарелла. Увидимся в следующий раз.